Карвин Спортклуб – это спортивный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса и здорового образа жизни. Кроме того, это довольно дружная и большая семья, так как здесь для членов Карвин Клуба и его друзей проводятся различные спортивные мероприятия и соревнования. В них принимают участие сотрудники, инструкторы и члены Карвин Спортклуба самых разных возрастов. Вот и в минувшие выходные одним из таких мероприятий стала дружественная встреча по волейболу между командой инструкторов Карвин Спортклуба и волейбольным коллективом членов Карвин Спортклуба. Инструкторы с самого начала захватили инициативу и первую партию оставили за собой. Но команда членов Карвин Клуба извлекла ошибки первой партии и во второй противопоставила тренерам атакующий волейбол. Не помогла инструкторам даже группа поддержки. В итоге победу со счетом 2-1 одержала команда членов Карвин Спортклуба, который и был вручен почетный кубок. Ну а лучшими игроками были признаны в команде членов Карвин Клуба Жанат Ибрагимова, а в команде инструкторов Таалайкуль Тактакунова. В общем, добро пожаловать в Карвин Клуб. Фитнес-клуб премиум класса номер 1 в Кыргызстане.